Каждый электрик, наверное, сталкивался с этим. К примеру, имеем электрический щит. Напряжение есть, а включиться некуда. Вот именно для этого я смастерил вот это нехитрое устройство. Сейчас я расскажу, как оно работает и как оно устроено. Эбонитовый корпус. Два гнезда. Одно гнездо соединено со щупом через разъем. Второе гнездо соединено с мощным магнитом, который находится на торце этого устройства. Это розетка. Собираем. Подсоединяем щуп. И розетка готова к работе. Легко крепится к любому щитку металлическому. Как видите, удерживает очень большой вес. 4 килограмма эта болванка. Щуп также имеет мощный магнит. Полкило удерживает без особого усилия. Крепим розетку на корпус щитка. Это 0. И легким движением руки подсоединяем к фазе. Есть контакт. То же самое, только на другом щитке. Есть контакт.